Проблему с уборкой снега в Лянторе обсудили во время прямого эфира с губернатором Югры. Как объяснил Евгений Городилов, он обращался к Сергею Махине с просьбой выделить участок для складирования снега, так как ближайший полигон находится в 80 километрах от города. Наталья Комарова поручила решить проблему и сделать все возможное, чтобы судебные разбирательства между подрядчиком и администрацией Лянтора не отразились на жизни граждан. В отношении полигона, полагаю, что я зафиксирую это в поручениях и требую в течение 3 дней такую площадку определить и выполнить все необходимое для того, чтобы она соответствовала стандартам для утилизации снежных масс.